Нет, а то не вмещается. Товарищ Кирилл, заместитель руководителя Федерального агентства по рыболову. Веренным ему командованием учебный парусный парк Седов Мурманского гостехуниверситета, совершающий кругосветное плавание, посвященное 1150-й годовщине со дня образования российской государственности, с рабочим визитом прибыл в порт Владивосток для смены курсантского состава пополнения запасов. На борту все благополучно. После смены курсантского состава экипаж будет готов продолжить плавание. Капитан корабля Зорченко. Вольно. Поздравляю, ну у вас лицо прям, да. Видно, досталось вам. Пришли мы сюда, вот несмотря на то, что такая прохладная погода, встреча более чем горячая. Просто приятно, что хорошая организация и администрации края, и города, и Тихоокеанского флота, и, конечно же, руководство нашего федерального агентства по рыболовству. Вот эта совокупная работа всех привела к тому, что и сегодня яркое событие, которое запоминается, и то, что корабль, и то, что все живы и здоровы, ну и то, что вот возложили и пожелали, и хорошо продолжить еще полугодовое плавание, закончить его и так далее. Город изменился. Я не был ровно год в своем родном городе. Ну, мосты украсили город, здания тоже. То есть Владивосток просто-напросто супер. По нашему общему мнению, самое трудное уже позади. Атлантический океан, прохождение мыса гор. Как ни странно, мыс гор, которым всех пугают, как по маслу. Дважды мы прошли, два раза. Под парусами, ну и так далее, делали съемки и прочее, прочее. Тихий океан тоже. Два перехода, месячных перехода, тоже хорошо, нормально. Сейчас, конечно, мы уже из зимы идем в лето, это уже будет все-таки немножко легче. 8 месяцев мы в море сидим, 8 месяцев в море, осталось 6 небольших.